Привет, друзья, с вами Маргарита, и сегодня я хочу показать вам свою дизайн-посылочку от Spring Scrap, белорусского производителя бумаги и декора для скрапбукинга. Вот такой вот новогодний набор ко мне пришел. Давайте начну с чипборда. Я не доставала его из пакетиков, думаю, будет видно хорошо. Такие вот надписи. Merry Christmas. Счастье в новом году. С Новым годом. Такой вот шикарный олень. Ажурный. Ёлочки. Еще ко мне пришли такие вот заготовочки из толстой фанеры. Я думаю, что их можно использовать для декупажа. Вот такая вот еще ажурная. И мышка, символ Нового года. Тоже из фанеры, но потоньше. Для тех, кто любит раскрашивать чипборды, я думаю, это будет отличный вариант. И перейдем к новинке. Это новая коллекция. Новогодняя, щелкунчик. Давайте сначала я покажу вам, какие принты есть здесь в этом наборе. Набор односторонний. Бумага плотностью 200 грамм на метр квадратный. Так, полистаем. Смотрите. Здесь вот тоже есть что вырезать. Потому что бумажка односторонняя, не жалко, зачем выкидывать обложку. И вырезалочки. Вот такой вот лист с вырезалками. Герои сказки Щелкунчика. Вот здесь вот есть такой крысиный король. Сам Щелкунчик, мышки, игрушки новогодние. Вот такие вот интересные вырезалочки. И теперь сама бумага. Вот такой вот листик с насыщенным принтом, ярким. Вообще мне нравится, что коллекция яркая, праздничная. Выглядит очень хорошо, задорно. Домики снежные, красивый листик. Листик с текстом. Надписи поздравления с Рождеством и Новым годом. Нежный голубой. Вот такой вот листик по типу шашечной доски. Его можно компоновать, например, с таким листом. Еще один листик в синих оттенках со звездами. Вот игрушки новогодние. Еще один листик фоновый. Эта коллекция хорошо подойдет, мне кажется, для альбомов или миников. Мышки. Вот такой вот шикарный листик. Смотрите, какие классные звезды на веревочках. У меня совсем недавно был холст. Там тоже были звезды на веревочках. Вот такой вот лист. Я думаю, даже если его порезать на несколько кусочков, он все равно не потеряет своей красоты. Также в коллекции идет чипборд. Вот такой вот чип. Я уже вынимала его, поэтому он немножко у меня вываливается. Так, смотрите, покажу вам поближе. Вот такой вот щелкунчик, девочка, мышка, снежинки. Еще один наборчик. Вот также снежинки, мышка, игрушки новогодние. И в коллекции идут вот такие вот деревянные заготовочки из фанеры. Коник и щелкунчик. Я думаю, их тоже можно раскрасить и использовать как декор, например, для обложки или для страничек. Вот такая вот новогодняя коллекция. И сейчас покажу вам еще одну новинку. Вторая коллекция World in My Eyes. И
Это просто потрясающая коллекция, на мой взгляд, бомба, потому что не так часто мне попадаются коллекции, где мне нравится буквально каждый листик и даже жалко резать. Эта коллекция немного в таком стимпанковом стиле, она двухсторонняя. На второй стороне даже вот на обложечке есть элементы для вырезания. Ее плотность также 200 грамм на метр. И давайте я вам полистаю, покажу эти шикарные листики. Так, смотрите, здесь есть еще два листика с вырезалками. Вот такие вот интересные элементы. Второй листик. Здесь вот можно конвертики делать. Надписи, буквы. И сами принты. Принты двухсторонние. Буду показывать оба листика сразу, чтобы вы видели две стороны. Вот такой вот шикарный синий лист с шестеренками фоновый. Мне нравится делать странички микс-медийной техники. И вот такие вот листы, это просто вообще идеально подходит для страничек. Вот еще один листик. Обратная сторона синего листа. Я думаю, для альбомов и миников такие листики тоже отлично подойдут. Смотрите, вот такой вот лист с газетными вырезками и сердцами. С обратной стороны вот такой вот принт интересный. Листики хорошо сочетаются между собой. Вот, видите, еще один листик в такой же гамме, более светлый. С обратной стороны вот такой вот насыщенный зеленый лист, но он также прекрасно будет сочетаться и с этим листиком, и с синим, вот так как следующий лист тоже имеет и синие, и зеленые, и коричневые оттенки. Еще один листик нейтральный, фоновый, наподобие старой бумаги, картона. Листик крафтовый с птичками. И шикарные черно-белые листы. Вот такой вот лист с птицами и облупившейся краской деревяшки. Еще один черно-белый листик с текстом. И потрясающие цветы. Вот в этой коллекции также присутствует чипборд и трафареты. Давайте покажу вам сначала трафареты. У меня их два. Вот такой вот трафарет. Буду показывать на черном фоне, так, наверное, будет лучше видно. Буквы. И второй трафарет с птицами. Вот такие вот птицы. Чипборд. В коллекции два наборчика мне прислали. Вот такой вот интересный чип. Сердечки, шестеренки, надписи. Второй наборчик. Вот такой, с крыльями, шестеренками. Еще мне прислали фоновый чип. Кирпичики также отлично подойдет для этой коллекции. И два набора деревянного чипа. Это шестеренки, тоже довольно плотненькие. И вот такой вот наборчик. Здесь фишки, надпись, ключик. Вот также можно использовать в качестве декора к этому набору. Вот такая вот у меня дизайн-посылочка. Я думаю, вам тоже понравилась эта коллекция. Если будут какие-то вопросы или пожелания, ко мне пишите в комментариях. Может быть, кому-то интересно узнать, как эта коллекция будет смотреться в работах. Также скоро она у меня появится. Я уже планирую работу из новогодней коллекции «Щелкунчик». Ну, а на этом на сегодня у меня все. До новых встреч. Пока-пока.